Прибавку к пенсии получат те, кто отпраздновал свое 80-летие или оформил инвалидность первой группы. Эти граждане получат доплаты в размере 100% от фиксированной части страховой пенсии. В текущем году она составляет 7 500 рублей. Повышение пенсии ждет и жителей Крайнего Севера, кто проработал на указанных территориях более 15 лет. Выплаты пересчитают с учетом соответствующего коэффициента и общего стажа. Ввели новые требования для российских автомобилей. В частности, речь идет об оснащении антиблокировочной системы тормозов. Она позволяет сделать более устойчивой машину в сложных условиях, что позволит снизить количество аварий в период гололедицы. С 3 ноября россияне смогут претендовать на внесудебное банкротство, если их задолженность составляет от 25 тысяч до 1 миллиона рублей. До этого границы были от 50 тысяч до 500 000. Также, если раньше на повторное банкротство можно было подавать через 10 лет, сейчас этот срок сократится вдвое. Теперь навязывание лишних трат будет караться большим штрафом. А именно, продавцы, вынуждающие клиентов взять к основной покупке дополнительные услуги или товар, будут наказаны. Максимальный размер взыскания – 40 000 рублей.